Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Мастерство для класса Берсерк-бомба или для шпионов. Слушай, давай вот это, наверное, прокачаем. Хотя, подожди-ка секунду. Ах ты, они у меня не особо сильно прокачаны. Но я все равно куплю. Замечательно. Так, ну что, сегодня мы пойдем с тобой дальше в подземелье. Будем его пытаться пройти. Так, ну сначала я, наверное, я схожу вот сюда и сделаю бесплатное вращение, которое у меня есть. И, по-моему, если не ошибаюсь, мы с тобой сможем забрать эпическую шмотку. Не могу понять, почему я взять не могу ее. Ладно, вращаем. Опа. Ничего себе, ребята. И это для Чака. Хо. Конечно. А, так это и было, ребята. Все, надо было просто крутануть. Ну-ка. Ну, это слабенькое. Это слабенькое. У Чака куда лучше, да, теперь? Щит. У него, чисто говоря, сет, получается. Посох часовой и щит с часами. Так, что у нас тут за письма? Это я забираю, это я тоже забираю. Ну что, пора отправляться в подземелье. Мы там с тобой не допрошли, по-моему, четвертый, да, уровень. Надо двинуться немножко дальше. И как раз сегодня... Кстати, ребята, всех мальчиков поздравляю с 23 февраля. Как говорится, всем быть мужественными, сильными и не распускать сопли. Вот такое вот мое пожелание вам. Ну что, а мы с тобой переходим в подземелье. Я, если я не путаю, ребята, именно здесь нас замораживают, да? Периодически, да, именно здесь. Так, ну вот мы тут остановились. Где мои птички? А, вон они. 575 свинской мощи. Да ну нафиг. Серьезно. Возьмем с тобой тогда для начала свинохря... А, подожди. Нет, вообще-то возьмем его. Свинохряковича. Ну что, теперь все равно мы отстаем. Ты представляешь? Несмотря на то, что мы взяли с тобой помощника к нам, мы все равно слабенькие. Так, ладно. Давай смотреть. Наверное, с этого начну. Ага. А ты как? Крепкий малый, крепкий. Воу-воу-воу, тихо. Что ж ты делаешь, Ирод? На тебе, Ред. А ты? Прекрасно. Смотри, что творят, а? Сейчас я его... Блин, этот, как всегда, хрякович в отключке у меня. А если так сделаем? Да успокойся ты, мелкий, а в шапке тут прыгает, понимаешь ли мне. А добить, наверное, не добьем. Да, совсем чуть-чуть остается. Ладно, пока терпимо, ребят. Переходим на следующую волну. И, кстати, у нас тут, наверное, будет 38 уровень. Опять вы. Ну, я предлагаю, наверное, сделать... Понятно. Уже ничего не будем делать, потому что бомб оглушен у меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Хиляет. Да ну хорош. На-те-ка. Солидно. Так, сейчас мы этого добьем с тобой. И останется у нас один. Что он там делает? Хиляется. Причем довольно неплохо хиляется-то. Добьем? Молодец, Хрякович. Двигаемся дальше. И у нас последняя волна. Последняя волна. Блин, теперь этот оглушен. С кого начать-то? Наверное, с этого будем. С толстопуза. Так, берет Реда на прицел. Этот, понятно, промахивается, как всегда. Защиту, что ли, поставил? Ёлки-ты-палки.
Так, этого мелкого, наверное, надо убрать отсюда. Так, это второй раз думаем, да? Этот кольнул. А если я так сделаю? Слушай, интересно, Ред выживет у меня? После его атаки, какую он там хочет сделать? Выжил. Теперь мы его добьем. Прекрасно, друзья мои. Даже не надо было тратить хилочку, мы с тобой получаем новый уровень. Что ты, свин, хрюкаешь там? Ай, как хорошо, а, друзья мои. Ну что же, мы продолжаем с тобой поединки. Будем продвигаться дальше. Надеюсь, сегодня у нас получится пройти этот уровень. Отлично, мне хочется. Так, новый уровень. Опять что-то подвисание какие-то есть, ребята. Ну что, как ты видишь, птичья сила становится 750. И повышено мастерство. Круто. А там, я так понимаю, босс нас поджидает, да? 20%. Я даже не знаю, ребят, нам придется, наверное, прибегнуть к Свиндиана Джонсу. К его могучей силе. Слушай, а давай мы лучше, наверное, сделаем не так. Мы откажемся. Я уже не могу, да? Я уже не могу. Ребят, я хотел отказаться и воспользоваться своим бонусом. Понимаешь? Ну, раз уже взяли, ничего с этим не поделаешь. Давай попробовать отбиваться, атаковать. Сколько волн? Покажите мне. Ох, ё-моё. Ну что, с мелкого начнем? Да, наверное, с мелкого. Теперь вот так вот. На-ка. Да, тут много будет врагов-то, кстати. Поехали. Сюда. Сюда. И еще разок сюда. Это защита, да, у него стоит? Ну хорош уже колоть-то. Блин, ну как ты не вовремя отключился-то, а? Свиндиана. Вот, получил за это? Слушай, может быть, нам вот так вот сделать лучше? Блин, нифига он. Крепкий малый, ты посмотри. Просто такого не пробить. Он опять на себя повесил защиту, а? Так, двигаемся дальше. Кто у нас тут? Маг. Я вот так сделаю. В плане. Ты серьезно? Этот всегда в отключке, блин. Свиндиана Джонс, ты задолбал. Серьезно тебе говорю. Сколько можно терпеть твои вот эти вот выкрутасы? Этот постоянно вешает на себя защиту, я заметил. Морозный щит какой-то. Ну-ка пробьем, надеюсь, мы его. Должны. Но, красавчик. Сколько там остается врагов у нас? Да еще дофига. Три волны, ребята. Опять маг. Этот, как всегда, в отключку. Упал. Ну что же. О, накопился перец. Мы с тобой будем делать его, знаешь, куда? На бомба. Да-да-да, именно на него. Солидно. Так, ну что, пробиваем мелкого, наверное, да? И теперь вот это вот, в морозной маске. Такая ледяная маска у него. Где же он ее надыбал-то? На тебе, холоп. Давай, предпоследняя волна. Маг, опять шитик. Блин, теперь у нас оглушен Ред. Тихо-тихо-тихо. Слушай, я хочу опять пройти, не потратив лечилки ни одной. Получится, как думаешь? В принципе, должно. Так, мелкий, иди отсюда. Угу. Так он и ушел. Щит повесил. А я вот так сделаю. Прекрасно. Добьем. Вот, бейте Свиндиану Джонса. У него очень много здоровья, он вытерпит все ваши нападки. Ну что, у нас последняя волна. Кто здесь, посмотрим. В принципе, ничего сложного нету. Начнем с малыша. Окей. И вот с этого. А блин, крепкий малый. Что он там делает? Захилялся, да? Он захилялся, ладно.
Погнали. Раз. Два. Эх, знал бы, что перец. Я бы, конечно, лучше бы его активировал. Ну что, погнали. Блин. Оглушили, ты понимаешь? Оглушили мне бомба. Так, ну-ка. Ну тут надо было не так делать. Тут надо было уже на Реда ставить. Он бы сделал массовую, ой, массовую, сделал бы одну, но зато мощную атаку. Но в любом случае мы прошли с вами здесь, друзья. На 3 звездочки, надеюсь. Да. Ну вот насчет. Будем рулить. Ну давай разок. Погнали. Ай-яй-яй. Ну давай еще последний раз. Да блин. Ну почему? Ну не повезло, ребят. Не все же время мне, как говорится, должно фартить. Главное, что здесь мы с тобой справились. С Виндианом Джонсом мы потратили. Теперь я, знаешь, что сделаю? Мы с тобой перемещаемся вот сюда, это раз. И здесь мы уже применяем с тобой наш личный бонус, который идет 20%. Но ты посмотри, а, 412 силы. Это моей команды. Слушай, я даже не знаю, сколько их здесь вообще будет. Давай проверим. Сколько здесь будет волн, если, например, 3. Ох, ё-моё. По-моему, мы с тобой попали. Нам придется здесь очень много хилок с тобой потратить. Йо, еще и защиту поставили на него, ты прикинь. М-да. Так, что он там хочет сделать, интересно? Давай-ка мы вот так вот сделаем. Тоже защиту. Сейчас будет бабах. Нам повезло. Я больше уверен, ребята, что нам повезло с вами. В принципе, сам по себе он хилый. Пока он тут будет думать, да, мы его сейчас бомбанем. Так, и вот так. Нас отравили. Это плохо. Блин, он еще и оглушился. Да чтоб тебя. Ну? Вот гаденыш достал, а. На, получи. Пока, следующий. Кто у нас там? Ага, вот они какие, да? Бравые ребятки. Только хотел применить перец, прикинь. И сразу заморозка. Это что, специально так сделали, да? Мне кажется, это специально сейчас было сделано. Ох ты, хорошо, бум, бомбанул. И все щиты вешают на себя, прикинь. Ну-ка. Ай-яй-яй. Придется хиляться. Хотя, погоди. Блин, ну в любом случае я не выстою. Так много, надо будет лечиться, ребят. Вот так сделаем, а? Слушай, может быть защиту на него ставить, а? Чтобы не так его быстро разминали. А то как-то у меня Ред сдает позиции. Так, следующая волна. О, малыши-клопыши. Погнали. А-тя-тя. Да блин, вы достали, а? Олухи. Давай с этого начнем, а этим закончим. Так, остается свинорыл вот это вот. Что он там плющит Харрису? Ну-ка давай, раз. В кого он будет бомбить и чем, самое главное. Что-что? А, он решил хильнуться. Ну ладно. Пускай хиляется. Больно. Так, переходим к следующим противникам. Ё-моё. Мне бы, знаешь, что сюда бы не помешало бы? Вот именно это. Ай, как хорошо хотел сказать я. И увидел, что одного все-таки мы не добили с тобой. Так, он что-то хочет, он планирует. Он планирует бомбануть мне Реда. А вот успеет ли он? Мне кажется, нет. Е!
Ну что, последняя волна, последний враг. Так, ну что, начнем, наверное, вот с этого. Неплохо, половину здоровья мы у него отняли. Так, слушай, а ты что там собираешься сделать, а? Не вовремя это все. Давай так сделаем. На тебе. Он хочет хильнуться, я понял. Он хочет хильнуться. Слушай, я думаю, мы выживем, да, с тобой? После этого удара, что там? Ой-ой-ой. А если вот так сделаю, парень? На тебе. Фига. Просто промяли чувачка. Но самое главное, что мы прошли. Так, теперь давай посмотрим, что нам выпадет здесь на рулетке. Шикарно. Это какие-то наручи или что это такое? Или горшок какой-то? Непонятно пока. Но самое главное, что мы с тобой переходим на следующий поединок. И у нас, по-моему, с тобой всего лишь один помощник есть. Это принц Сало. И, по-моему, у нас последний бой с тобой, да? По-моему, это последний бой. Ну-ка. Где у нас там принц Сало? Вот оно. Вот оно. Ух. Командочка у нас тут подобралась. Мы их, кстати, переплевываем по силе. Так что давай разминать. Принц Сало с какой-то палкой. Где он ее взял, лыжную палку-то? На тебе. О, Иван Грозный тут у нас. Так, пробей. Отлично. Принц Сало, да, не даст в обиду себя. Его оглушило. Ай-яй-яй. Не хватило. Но бьет он сильно. И волн здесь очень много. И в конце, наверное, будет босс. Скорее всего. Так, ну-ка. Бомб. Помоги-ка мне здесь. В принципе, неплохо. Уничтожаем этого мелкого клопыша, который там стоял. Бомб, ну почему ты оглушился? Все, блин, ну Сало дает, а? О себе знать. Ты видел, как припечатал сейчас чувачка? Так, опять Ванюша тут. Наверное, вот так вот будем с собой делать. Раз. Два-с. Добьешь? Красавчик. Мелкий, вали отсюда. Так, этот думает, а что он там? О чем он думает, ребята? О том, чтобы кого-то призвать? Что это такое? Что вот это такое, интересно? Что-то надумывает, какую-то пакость. Поехали. И добиваем. То есть не успел он там призвать или переодеться. Я не знаю, что он там хотел. Ага, опять маг. Опять маг, опять чувак с палочкой. С прутиком, с веточкой. Все, мага мы быстро с тобой распечатали. Смотри, этот тоже, ребята, хочет то ли призвать, то ли переодеться. Наверное, переодеться. Но мы ему не позволим. До следующего хода он, ребята, не доживет. Точнее, до конечного своего хода. А может, доживет. Потому что у нас, как всегда, свинсало оглушенный. Нет, не дожил. Ну что, добиваем этого мелкого. Все. И последняя у нас с тобой волна. Последний противник. И мы с тобой применяем массовую атаку на Бума. Давай, бомб. Ты-бич. Найс. Слушай, это не босс, ребята. Босс еще, оказывается, наверное, будет впереди. Только вот как я его буду проходить, если у меня не осталось никаких бонусов и никакой помощи. Это вряд ли у меня получится. На три звезды. Обожаю, когда все проходим на три звездочки мы с вами. Эть. Я бы паролил, ребята, но нету значков дружбы, к сожалению, у меня. Меня сейчас интересует другой вопрос. Неужели мы пройдем... Нет. Вот, ребята. Вот он, где последний-то, оказывается, уровень. Твою же налево. И мне не хватает, да? У меня есть, конечно, золотишко. Ты посмотри, насколько мы отстаем от него. Награда сундук. Взять я никого не могу. Я могу только нанять, ребята. Я трачу, наверное. Да, я трачу.
Я трачу на сало. И то, ты посмотри, у нас 601 сила команды, а у них 637. Но я думаю, что вместе с салом мы с тобой, наверное, должны все-таки здесь справиться. Давай попробуем. Босс, это босс, друзья мои. Поехали. Не знаю, какие у него там способности, что он там будет делать, но разбирается он туго. Ох, ё! Парень, может, потише как-нибудь, а? Родной ты мой. Давай-ка пыл-то свой придержи при себе, пожалуйста. Да блин, ну как ты не вовремя, Ред? Какого хрена ты там оглушенный, а? Твою ж дивизию. Так, ну-ка, родной, припечатай ему. Неплохо. Сейчас попробуем его нахлобучить. Ну, вдвоем явно здесь бы мы не прошли. Это нам тут еще помогают. Что он там делает? Все глушит, все глушит, понимаешь? Добьешь? Е! Друзья мои, мы с вами прошли этот этап и, соответственно, эту комнатку в подземелье. Но единственное, что на две звездочки, конечно. Зато сундук выиграли, прикинь. А в сундуке что у нас там? Я не знаю. Просто сундук, наверное, и все. Так, мы с тобой, по идее, сейчас должны перейти на следующий этап. Пещера пройдена. Замок слетел. И мы с тобой... Ну, вот давай, не надо вот эти вот подлагивания, пожалуйста. Это, ребята, огненная равнина. Пятая пещера разблокирована. И кто страж у нее? Ну, кто бы мог сомневаться, что здесь будет именно огненный маг. Адский поджигатель. Пылающая пещера, с неба льется дождем огонь, наносящий урон всем бойцам, берегись. Слушай, вот это, по-моему, уже чересчур имба идет. То есть мои все юниты, ну, бойцы, будут получать урон. Как ни странно. И вот давай просто глянем. Ё-моё, свинская мощь, 664. Да, это, ребята, для следующей уже серии. Будем пытаться продвигаться именно по этой пещере. Заодно и глянем, насколько здесь будет жарко. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!